Я думал, надо, не надо, надо, не надо, надо, не надо, надо, не надо. В итоге... Ну, теоретически я бы так оделся. Лук новогодний на мне вы уже видите, это брюки в пайетках, колючая жесть. Зара как бы постаралась только в дизайне, а вот насколько это комфортно, никто там не подумал. Видишь, что тут прям колется, вот видишь? Ай! Но я думаю о вас, дорогие мои зрители, и наступающим, родные мои. В советское время наряжаться в костюмы стало традицией, дети наряжались к Новому году. Я сейчас вспомнил, кем же я наряжался. Я наряжался зайчиком. Да, зайчиком я был. Всем привет! Всех с наступающим 2022! Желаю всем любви, счастья, ну и, конечно же, здоровья. Самое главное сейчас. Обожаю вас всех!